Сегодня команда Teach Video столкнулась с вопросом, как при запуске браузера открыть сразу несколько страниц. Давайте разбираться. Начнем с Firefox. Откройте браузер и запустите те страницы, которые вы бы хотели, чтобы открывались сразу. Зайдите в главном меню в пункт «Инструменты» и щелкните по пункту «Настройки». Теперь щелкните по кнопке «Использовать текущие». Нажмите «Ок» и закройте браузер. Теперь при запуске Firefox будут сразу открываться сайты, которые вы активировали. Продолжим. Рассмотрим данный момент в браузере Opera. Запускаем браузер. Заходим в «Общие настройки». По умолчанию Ctrl F12. В поле «При запуске» выбираем пункт «Показывать окно запуска» и удаляем все из поля «Домашнее». Нажимаем «Ок». Зайдем в меню «Файл» и выберем пункт «Сеансы». Щелкните по кнопке «Сохранить этот сеанс». Можно создать много сеансов, поэтому лучше задавать каждому сеансу отдельное имя. Нажимаем «Ок». Теперь, запустив Opera еще раз, всплывет окно, где нам предложат выбрать сеанс. Выберите нужный. Что ж, пришло время рассмотреть браузер Internet Explorer. Зайдем в меню «Сервис», пункт «Свойства обозревателя». В поле «Домашняя страница» введите сайты, которые должны открываться при загрузке. У Internet Explorer есть баг. Чтобы избежать этого, в разделе «Вкладки» кликните по «Параметры» и снимите флажок у поля «Предупреждать об одновременном закрытии вкладок». И теперь щелкните по кнопке «Ок». Чтобы Internet Explorer запомнил выбранные вами сторонние страницы, нажмите «Применить» и «Ок». Посмотрим, что получилось. Все отлично, вкладки открылись. И последний браузер на сегодня — Google Chrome. Запустите браузер и откроем нужные сайты. Щелкнем по значку «Настройки», выберем пункт «Параметры». Во вкладке «Основные» поставим кружок в пункте «Открыть следующие страницы» и щелкнем по пункту «Использовать текущую». Теперь закройте окно параметров. Запустив браузер Google Chrome в следующий раз, вы сразу же увидите выбранные сайты. Учитесь вместе с Teach Video.